Всем, друзья, привет! С вами, как всегда, Алексей. Скоро, сегодня, через 10 часов, через 12 у нас Новый год начинается. Ну, в принципе, у всех. Немцы справляют Новый год как? В основном у них первый праздник – это Рождество. 24, 25, 26 декабря. А Новый год справляют как? В 12 часов выходят на улицу и начинают там шампанское взрывать и пускать фейерверки. Это, короче, такая традиция. И многие покупают фейерверки. В этом году, так как 2 года не продавали фейерверки из-за короны, ажиотаж с этим. Сегодня мы с вами поедем искать их по магазинам. Вчера я купил парочку бомбочек. Вот они, как выглядят. Так, какая красота. 50 секунд, 3 метра. Фейерверк. Он там и здесь. Сегодня посмотрим, повернется нам удача или нет. Извините за голос, немного простыл, так как много работал в этом году из-за этого. Фейерверки стали продавать с 29 декабря, и по идее их запускать можно только в новогоднюю ночь. В общем, все продали, так как 2 года было запрещено пускать фейерверки, и их, в принципе, не продавали. Сейчас я был в магазине строительном, тоже нету. Потом поехал в Глобус, купил маленькие пихтелки. Короче, купил бенгальские огни, что-то 3 евро что ли стоит. И такую небольшую шляпу, фольги, такой маленький фонтанчик. Короче, тоже там за 5 евро. Так, друзья, цены на бензин. 10 утра, 31 декабря 2022 года. Евро 72 стоит супер. Что еще хочу сказать, друзья? Смотрите, сколько градусов. 16,5 градусов. Время 10 утра. Так что, кто думает, что Европа замерзает, ну, как бы нет. Как-то так. Здесь подешевле. Евро 65 супер. Дизель евро 70. Так, ну что, остался еще этот магазин. В общем, здесь тоже все, ничего нет, пустое. Вот, последнюю взял, детскую. Так что, такие пироги. Так, заедем к Пене, здесь рядом еще есть пару магазинов. Вон там дальше. Так, друзья, короче, здесь есть. Немного, но есть. Вот, дешевые можно взять. По 6 евро вон есть. 100. По 8. Так, вот я взял за 19. Вот, вот это все наберем. Это классно. Вот самые дешевые. И, короче, летит 20 метров. Как бы высоко тоже хорошо. И 45 секунд стреляет. И стоит 6 евро. А эти высоко летят, на 60 метров, 30 секунд. Так, сейчас зайдем еще сюда, 2 магазина, здесь глянем. В общем, нету здесь ничего. Так что, мне подвернулась удача, купил я все, можно сказать, почти. Ну, я хотел, конечно, другие ракеты, но какие есть, такие есть. Всем спасибо, что кто смотрел мои видео в этом году. Еще раз пожелаю вам всего самого хорошего в следующем году. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Жмите лайки. Пальчик вверх. Желаю вам всем здоровья. Всего самого доброго. Пока. Хорошо вам встретить Новый год. Итого, друзья, что мы имеем без вооружения? Вот это все нам нужно употребить. Как мы справляем Новый год? Мы идем в гости, берем с собой шампанское и для самых крепких вот такой он джентльмен. Вот такие у нас новости.